Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас мы начнем наш вебинар. Всех рада приветствовать. Подскажите, пожалуйста, отлично ли слышно меня? Поставьте, как обычно, по традиции, ваши плюсики в чат. Замечательно. Hi, Umut. Также, коллеги, я рада представить моего коллегу Умута. Он является директором по продажам в отеле «Лазони». И меня зовут Анастасия, я представитель отеля «Лазони», пятизвездочного отеля в центре Стамбула, в Турции, в России и странах СНГ. И сегодня мы расскажем подробнее про замечательный отель и ответим на все ваши вопросы. Отлично, коллеги, вижу, что связь у всех отличная, что меня слышно. Потихоньку приходят все новые и новые участники. Ну и пока мы ждем всех остальных, я думаю, что стоит начать нашу презентацию с небольшого видео и как бы погрузиться в атмосферу отеля «Лазони». Подскажите, также, может быть, кто-то из вас уже слышал про бренд, про отель? Ну и, конечно, пишите, пожалуйста, те, кто в ближайшее время планирует посетить Стамбул. Я с радостью организую встречу, и Умут, конечно же, покажет вам и расскажет все лично в отеле «Лазони». Итак, видео. Не слышно. Все, все, теперь все замечательно. Итак, коллеги, рада еще раз приветствовать всех тех, кто еще подключился к нам. Итак, мы начинаем с презентации.
И в процессе обязательно у вас наверняка появятся вопросы, пишите в чат, я в конце отвечу. И самое главное, после нашей презентации мы подведем итоги, и мы будем разыгрывать три сертификата. Это будут две комплиментарные ночи в каждом сертификате на двоих человек в отеле «Лазони» с включенным завтраком. Поэтому трем счастливчикам сегодня выпадет вот такая вот отличный такой шанс посетить отель и отдохнуть, увидеть все, так сказать, воочию. Пожалуйста, внимательно слушайте. В конце будет три вопроса. Первый участник, кто правильно ответит на вопросы, то есть на первый, второй и третий вопрос. Наверняка будут это как бы разные люди. И три счастливчика получат электронные сертификаты. Соответственно, коллеги компании TUI предоставят нам подробную информацию, и мой коллега Умут отправит вам всю информацию на почту. И, конечно же, большое спасибо коллегам компании TUI за организацию замечательного вебинара. Итак, поехали. Your home in Golden Horn. Отель находится в районе Бейлу, в районе Сутлуджи, на берегу бухты Золотой Рог. Это пятизвездочный отель, который расположен в новой европейской части Стамбула, на очень красивом живописном берегу бухты Золотой Рог, с отличным видом на холм Пьерлоти. Идеальное место для такого все-таки расслабленного отдыха, потому что он находится немного вдали от самого исторического центра, то есть до центра Стамбула, до площади Таксим примерно можно доехать за 12-15 минут, в зависимости от трафика. И, конечно, с помощью трансфера. То есть либо мы можем организовать такси от отеля. Также отмечу такую вот инсайдерскую информацию, что обычно в нормальное время у нас ходят 8 раз в день шаттлы комплементарные. Обычно это начинается в начале сезона, то есть сейчас уже вот в сентябре-октябре будет высокий сезон у нас. И мы в ближайшее время анонсируем начало шаттлов, так как в времена COVID были некоторые ограничения на их использование. Что касается аэропорта, то до аэропорта можно доехать примерно за 30-35 минут. Также мы организовываем трансферы высокого уровня, либо вы можете всегда заказать такси, подойдя к консьержам отеля. Возвращаясь немножко назад, вы здесь можете видеть такую вот визитную карточку. Это лобби отеля «Лазони» и ресепшн. Здесь вот находится ресторан, и дальше уже идет бизнес-центр. Кстати, зайдя на сайт отеля «Лазони», вы можете посмотреть виртуальный тур, пройти виртуальный тур по отелю и увидеть все общественные зоны, места отеля. Создателем данного замечательного отеля является одна очень известная компания, Lazoni Furniture Company. Это мебельная компания, бутики которой находятся по всему миру. И один из самых популярных бутиков расположен в центре Нью-Йорка и по версии пользователей Yelp входит в топ бутиков, находится на Манхэттене. Также бутики Lazoni Furniture Company вы можете встретить в странах Европы, Азии, Великобритании. И эта компания предоставляет действительно высокий уровень сервиса, высокое качество мебели для своих клиентов. И, конечно же, отель — это
такое успешное детище, потрясающий проект этой компании, потому что отель был создан лучшими дизайнерами и архитекторами, которые применили весь накопленный опыт за долгие годы работы в этой компании. И, конечно, сейчас отель действительно выглядит очень современно, но при этом, как видите, стиль такой вот неоклассики. Много очень светлых пастельных тонов, использование натуральных материалов, натуральный мрамор, цельное дерево. И в номерах это только натуральные ткани, лен, хлопок. Ну и немного подробнее про расположение. Что же вы можете увидеть рядом с отелем? То есть помимо тех достопримечательностей, которые, конечно же, есть в Стамбуле, потрясающая мечеть Султана Ахмета, собор Святой Софии, дворец Топкапы и многое другое, что находится вот как раз вот здесь у нас в центре. Рядом с отелем вы можете посетить один из моих любимых парков, парк Миниатюр, где в таком уменьшенном виде вы можете увидеть модели всех популярных, известных, красивейших мечетей и других уникальных построек архитектуры на небольшой совершенно площади. То есть вы можете пройти все эти памятники культуры и прочитать краткую историю создания. Вот увидела так, на первый вопрос ответила, сколько стоит такси по городу. Ну, в среднем, да, отвечу сразу на этот вопрос. Мы, когда ездили на своем опыте, мы, в принципе, могли доехать примерно за 20-30 лир, что, в общем-то, достаточно выгодно и не так дорого. Итак, и, конечно же, самый важный момент, что стоит отметить, что история вообще, в принципе, бренда Лазони складывалась годами и состоит из 4 поколений. И самым первым, так сказать, основателем бренда является плотник Лаз Хасан, в честь которого и назван бренд Лазони, который в 1897 году строил дома из дерева. И затем все это переросло в большой прибыльный бизнес, в большую корпорацию, которая, конечно, теперь служит для народа. Итак, чуть-чуть подробнее уже про номерной фонд, про наполнение отеля. Номерной фонд отеля представлен 126 дизайнерскими номерами, и в открытых источниках вы можете видеть в основном 4 наших таких основных категорий. Ну и наша базовая категория – это номера Superior. Площадью они идут от 26 до 35 квадратных метров, но могу точно сказать, что вот когда мы с коллегами жили в отеле буквально недавно. У нас, я думаю, что они были около 35 квадратных метров. То есть мы жили в базовой категории специально, как среднестатистические гости, чтобы ощутить на себе вот весь сервис, что получает совершенно обычный гость, который приезжает в отель. И я могу точно сказать, что номера очень просторные, удобные, все очень очень правильно сделано, и когда ты подходишь к окну, то здесь уже такой отдельный восторг, действительно эффект вау создается, когда ты отодвигаешь льняную штору и видишь потрясающий вид, как на ладошке, Хорм Пирлотти, бухта Золотой Рог и отличный вот такой вот панорамный вид. Да, действительно потрясающий вид.
Итак, здесь вот вы можете как раз видеть мудборд, и здесь номер категории Superior Supreme, он, в принципе, похож на базовую категорию Superior. И следующая категория идет у нас Deluxe Room. В открытых источниках вы можете видеть основные четыре категории. Это Superior, Deluxe с балконом, Deluxe с террасой и также Superior Supreme. И чем они отличаются? То есть эти две категории, Superior и Superior Supreme, отличаются, в принципе, только большей площадью и вместимостью. Также по запросу гостей мы можем предоставить всегда дополнительную кровать. В Superior балкона нет, идет только вот такое вот панорамное окно. В принципе, в каждом номере это панорамное окно и вид либо на набережную, на бухту Золотой Рог. Есть также небольшое количество номеров с видом во внутренний дворик. Следующие номера категории Deluxe с балконами, Deluxe с террасой, они отличаются также, соответственно, прошу прощения, площадью они не отличаются, но они отличаются балконом и как раз террасой. Этот балкончик, это то, что вот вы видите здесь на изображении, он чуть меньше площадью, а терраса, она чуть больше, то есть там еще может разместиться, допустим, три человека и есть также декор. И самая такая интересная фишка данного отеля, да, здесь достаточно много категорий номеров, но очень приятный бонус это когда гости получают апгрейд, то есть мы достаточно часто любим это делать. И касательно категории Connected Rooms тоже есть одна важная особенность. То есть, если в отель заезжает большая семья и большие компании друзей хотят разместиться вместе, по их запросу мы можем предоставить, например, такой комплекс номеров, как Connection Family Suite, общей площадью 100 квадратных метров. И также есть второй вариант, вторая опция, это королевский family этаж, то есть Royal Family Floor, который представляет из себя 4 номера и отлично подходит для размещения 10 и более человек, то есть общей площадью 160 квадратных метров. Итак, подробнее, конечно же, стоит отметить роскошную гастрономию и рестораны отеля Лазони. Один из первых ресторанов, который вы здесь видите, это ресторан Настони. Он находится на первом этаже, рядом с лобби отеля. И это ресторан для завтраков, и здесь находится шведская линия. То есть, например, сейчас в такой еще продолжающейся пандемии, в условиях некоторых ограничений, есть необходимые требования безопасности. Вы подходите к шведской линии, и к вам услужливо подходит официант тут же и помогает вам, соответственно, собрать завтрак и предлагает разные интересные варианты блюд. Но это как бы такая же шведская линия. В принципе, этот ресторан вмещает до 140 человек, и даже так называемый час пик, примерно 9-10 утра, не так много гостей, то есть как бы в принципе потоки они распределяются, и всегда, безусловно, есть место, где расположиться компанией и комфортно позавтракать. И вот по ходу также хочу ответить на вопрос. Здесь возник некий вопрос, кому продавать отель. Да, отмечу то, что данный отель является все-таки бизнес-отелем, но при этом он отлично подходит и для туристов. Касательно
фразы до достопримечательности очень далеко. Да, смотрите, с одной стороны, действительно, вы правильно подметили, что это относительно далеко, если мы берем какой-нибудь отель в самом центре района Бейлу, и где вы просто можете выйти и буквально там в шаговой доступности у вас будут все достопримечательности, да? Но так или иначе, мы находимся тоже в достаточно новом, интересном районе, и он хорош тем, что здесь не будет больших толп туристов, и здесь очень хорошее соотношение цены и качества. То есть, если сравнивать Лазони с другими отелями, которые находятся в центре, они на порядок будут дороже, и все-таки в высокий сезон, выйдя на шумные туристические улицы, вы столкнетесь с, ну, все-таки достаточно большими толпами и шумом. Поэтому я рекомендую останавливаться здесь именно тем туристам, если мы говорим, да, о туристическом все-таки потоке, потому что это как бы основной вопрос, который нас сейчас интересует, то можно рекомендовать его тем, кто любит такой вот комфортный отдых все-таки вдали от толп туристов. Утром можно, например, встать, взять велосипед. Велосипеды можно взять комплементарно в аренду, прокатиться по тихой набережной, сделать, например, пробежку. То есть мы, когда были в отеле, я очень люблю утром, приезжая в новую интересную локацию, побегать и посмотреть, как просыпается город, кого можно встретить на улицах. И примерно в 8 утра достаточно много спортсменов, женщин, мужчин, которые занимаются спортом, хотят быть в форме, и как раз это тоже отличный вариант для таких активных туристов. Либо можно также сделать такой вот смелый шаг и попробовать доехать на велосипеде до центра для тех, кто любит спортивные прогулки. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Что касается бизнес-туристов, так сказать, то отель тоже отлично подходит, потому что здесь есть все возможности. Это переговорная комната, конференц-залы, про которые я дальше кратко расскажу. В каждом номере есть очень удобное рабочее место. И что самое главное для отдыха и досуга, телевидение, например, то есть вы можете найти совершенно любой канал на разных языках, на английском, даже русском, безусловно, и прочих. Ну и так к нашей презентации вернемся. Значит, по ресторану здесь, в принципе, все понятно. В меню вы можете найти совершенно разные блюда, и это в основном такой европейский, американский формат завтраков. Итак, наша изюминка. Одна из самых важных изюминок отеля – это терраса с потрясающим панорамным видом, который вы можете еще видеть вот на этом слайде. Вот здесь чуть более подробно, особенно вечером. Это у нас закатная линия, и можно видеть, как солнышко буквально падает за холм Пьерлотти. Терраса отлично подходит как для комфортного обеда, ужина с отличным видом, так и для организации мероприятий. У нас здесь часто проходят свадьбы, ну и, конечно же, тоже бизнес-мероприятия. Здесь крыша, она выдвижная, то есть здесь вот терраса, она получается как под открытым небом, и можно созерцать отличный вид. Ну а в такую более уже дождливую погоду, по вашим желаниям, может быть закрыта эта крыша. Ну и, конечно же, еще одна из самых важных особенностей – это спа-центр. Скажу
Скажу честно, что вот в ближайшей доступности у нас тоже рядом есть пятизвездочные отели. Возможно, вы знаете, что один из таких самых, наверное, брендовых отелей это Мувенпик. Он находится рядом, то есть практически напротив нас, через бухту. Это не реклама, но просто чтобы вы понимали по локации. И у нас спа-центр один из самых больших в нашем окружении, среди отелей, которые находятся рядом. Это один из самых больших бассейнов. Общей площади вообще спа-центр занимает 700 квадратных метров. То есть это получается ground floor, и там находится бассейн, очень большой хамам, три массажных спа-комнаты, большая лаунж-зона, хамам также в уменьшенном виде уже, более такой традиционный в нашем понимании. Да? И также вот есть хамам, как вы видите здесь, уже такой настоящий турецкий хамам, традиционный. Есть также сауна и джакузи. Конечно, к услугам гостей большой перечень услуг, достаточно интересное спа-меню. Ну и, конечно, традиционный пенный массаж. Потрясающе делают его специалисты, которые уже с самого открытия, с 2014 года, работают в отеле и они буквально на расхват, поэтому, когда вы планируете поездку для ваших туристов, для ваших клиентов или для вас, стоит всегда заранее позаботиться об этом и забронировать. Но, в принципе, когда вы приехали, достаточно за день подойти на ресепшн и сказать, что вы хотите массаж. Ну, конечно, все лучше всего заранее. Так, и вопрос, хамам бесплатно или платно? Тоже сразу отвечу по ходу, что у нас комплементарно для наших гостей пользование услугами хамама, сауны и бассейна, джакузи, только за дополнительную плату идет уже, соответственно, услуги по спа-меню. Итак, еще одна из самых важных особенностей нашего отеля «Изюминок» – это то, что вы можете буквально в шаговой доступности сесть на катер и проехать, прогуляться до центра, прогуляться по бухте Золотой Рог, посмотреть окрестности с воды и проплыть уже по Босфору. Буквально в нескольких метрах, то есть перейдя дорогу, которая разделяет отель и набережную, вы оказываетесь на набережной, то есть это вот примерно 1 минута, и садитесь на этот катер в лазони отеля. Там у вас будет по вашему заказу может быть гид, который будет все подробно рассказывать и сможет потом прогуляться с вами по центру города. То есть можно заказать будет такую экскурсию. Ну и также напоминаю то, что есть комплементарные шаттлы. С началом сезона мы сможем анонсировать запуск, снова запуск этих шаттлов. Да, благодарю тоже за вопрос. Отмечу то, что на данный момент у нас есть некий пересмотр тарифной политики. То есть мы можем, например, организовывать как комплементарные прогулки, либо если по заказу для больших групп, мы можем также, соответственно, принимать заказы, так сказать, вне очереди за дополнительную плату. Так, что касается конференц-возможностей, наверное, эта тема для вас не совсем актуальна, но тем не менее я знаю, что у многих коллег, у многих из вас есть все-таки корпоративные клиенты, которые интересуются и обращаются к вам за организацией мероприятий, поэтому тоже расскажу чуть более подробно. И, конечно, вы всегда можете зайти на сайт и посмотреть уже более подробное описание залов, их параметры, и у вас будет также эта презентация, чтобы всегда обращаться к ней в случае каких-то вопросов.
Что касается организации мероприятий, да, то есть первое это, конечно же, терраса, где могут быть организованы как свадьбы, так и официальные мероприятия. И к вашим услугам доступны еще 4 конференц-зала общей площадью более 1000 квадратных метров. То есть по моим отметкам это тоже одни из самых больших конференц-возможностей, то есть один из самых больших залов это Зени, который занимает площадь 550 квадратных метров и имеет такую особенность, как зал-трансформер, то есть зал может быть разделен на два отдельных пространства с выдвижными плазмами, и также по заказу всегда мы можем предоставлять дополнительное специфическое какое-то оборудование, которое вам необходимо, обращаясь к нашим партнерам. Зал «Маление», он несколько меньше по площади, также отлично подходит для организации официальных и неофициальных мероприятий. И все эти залы объединены большой префанкшн-зоной, которая отлично подходит для организации кофебрейков, приветственных фуршетов, welcome drink. Зал Сюми, тоже зал Трансформер, общей площадью он получает 120 квадратных метров, простите, 185 квадратных метров, и если разделить его, то примерно по 60 с префанкшн зонами эти два зала могут быть как бы отлично подходить для каких-то сдвоенных таких мероприятий. Следующий зал Талина, он один из самых небольших, площадью 40 квадратных метров. Отмечу, что во всех наших залах очень много пространства, то есть это высокие потолки. Например, в самом большом нашем зале в Зене потолки практически достигают 6 метров в высоту, и остальные залы чуть поменьше. Вот, например, Талина это примерно 2,6 метра в высоту, тоже достаточно просторный зал. И отмечу дополнительные услуги и сервисы, которые также есть в отеле. Сразу в лобби, пройдя чуть дальше, мимо ресепшн, у вас будет вот такой вот уютный бизнес-центр с компьютером. И также всегда на ресепшн вы можете обратиться за тем, что нужно что-то распечатать, ксерокопировать всегда, конечно, как и везде. Консьерж-услуги. Тоже у нас есть отдельный консьерж-специалист, который поможет заказать вам билеты, например, посоветовать какое-то интересное место, ресторан, бар, музей, театр и также заказать билеты. Обмен валют. Также, конечно, услуги прачечной химчистки и, безусловно, это организация индивидуальных мероприятий и больших запросов и праздников. Лазони также отличное место для организации свадеб, то есть это все-таки такой наш профиль. И в выходные очень высокий спрос, поэтому если у вас планируется какое-то мероприятие, то тоже лучше, конечно, заранее обращаться к нам для того, чтобы поставить предбронирование и начать организовывать ваши мероприятия. Обычно на выходных у нас бывает, последний раз, когда мы были, да, у нас было три свадьбы, пятница, суббота и воскресенье. Поэтому очень насыщенная активность и насыщенная программа. Кабельное телевидение, конечно, и организация трансферов, шаттлы, катер, все к вашим услугам. Вот и так, вопрос от Елены, как часто едет кораблик? Елена, мы обязательно анонсируем также вместе с обновлением шаттлов его расписание, так как сейчас тоже он работает нерегулярно. То есть обычно это идет по запросу гостей, потому что у нас высокий сезон начинается примерно вот с середины сентября, начала октября. Поэтому тогда будет уже более регулярное расписание. Итак, здесь вы можете познакомиться с генеральным менеджером отеля Гюрханом Саяром. Ну и, конечно, я всегда к вашим услугам, мой коллега Умут. Я сейчас в чат
напишу свои координаты. Вы можете всегда написать мне, и я подробнее расскажу, направлю больше информации. Так, вот мои контакты. И, коллеги, я вижу, что сейчас у нас даже увеличилось количество участников, что не может не радовать меня. Сейчас мы перейдем к очень интересной части. Это розыгрыш сертификатов. Сейчас будьте внимательны, я задам три вопроса, на которые вам нужно ответить. Я ожидаю в чат, что вы напишете мне правильный ответ. Коллегам в компании Туи, если что, я направляла эти вопросы и ответы, поэтому они не дадут мне соврать. Итак, внимание, первый вопрос и розыгрыш первого сертификата на 2 ночи на 2 человек с включенным завтраком. Коллеги, чем же занимается компания, которая основала отель Лазони? Чем занимается? Какая сфера? И правильный ответ. Ой, коллеги, так много ответов, можно уже остановиться. Сейчас понадобится много времени, чтобы пролистать вверх. Ага, Зульфия Мухлисова ответила первая, 11:35, мебель. Коллеги, давайте я сейчас тоже зафиксирую ответ. И мне потребуются потом контактные данные. Так, один момент. Отлично, Зульфия, я вас поздравляю. Будем с вами на связи. Коллеги, теперь внимание. Уверена, что кто был очень активен, вам тоже очень повезет. Следующий вопрос. На какой холм открывается вид с панорамной террасы отеля Лазони? С этой потрясающей террасы, на которую вы поднимаетесь, она находится на последнем этаже. И вот вы видите бухту Золотой Рог и холм. Так, тоже очень много ответов. Какие же вы все внимательные и много правильных ответов. Здесь был ответ Людмилы Мишлановой Лоти, но так как мы ожидаем правильный ответ, и коллегам в Туи я отправила именно название Пьер Лоти, потому что это полное правильное название, поэтому я вынуждена сообщить, что все-таки ваша коллега Попова Екатерина является вторым счастливчиком, и она выигрывает сертификат. Екатерина, я вас поздравляю. Также сейчас зафиксирую ваше имя и фамилию. Отлично. И, коллеги, внимание, третий и заключительный вопрос. Пожалуйста, будьте внимательны. Назовите общую площадь спа-центра отеля Лазони. Как я уже говорила, очень большой спа с большим бассейном, джакузи. Так какая же общая площадь? Да, вопросы действительно очень простые, но тем не менее, кто внимательно слушал, всегда быстро и правильно ответит. Итак, наш третий победитель – это Светлана Черногорова, которая правильно ответила, действительно 700 квадратных метров. Светлана, я также зафиксирую сейчас ваши данные, и позже мне потребуется ваш телефон, почта и название вашей компании, чтобы мой коллега Умут смог отправить вам сертификаты. И, коллеги, кто также правильно ответил, пожалуйста, не расстраивайтесь, мы с вами обязательно тоже встретимся. Моя большая просьба, у вас теперь есть мои контакты.
Пишите, если вы планируете ваш визит в Стамбул, и мы с радостью организуем встречу, встретимся с вами. И, пожалуйста, за всеми подробными вопросами по бронированию, по ценам на номера, услуги, обращайтесь к нашим коллегам Туи и бронируйте через них. Я уверена, что в этом новом сезоне мы сможем с вами привести больше гостей в Стамбул и в потрясающий отель на зоне. Итак, мы потихонечку завершаем наш вебинар. Я сейчас включу еще раз видеоролик, потому что когда мы его подключали, было не так много участников. Уверена, что кто-то сейчас захочет еще раз посмотреть его. Поэтому запускаю и позвольте с вами на этой прекрасной ноте попрощаться, пожелать вам отличной рабочей недели и остаемся на связи. Итак, видеоролик.